В Москве при поддержке программы развития автоспорта SMP Racing состоялся этап чемпионата России по симрейсингу. Сим от слова симулятор, но гоночный азарт вполне настоящий. 20 лучших пилотов России в симрейсинге соревнуются между собой за право быть лучшим на данном этапе и занять хорошую строчку в самом чемпионате. Сегодня киберспорт – это колоссальная индустрия с огромными бюджетами. Причем, в отличие от настоящих гонок, войти в симрейсинг и стать настоящей звездой киберспорта теоретически может любой любитель компьютерных игр. За счет вот подобных ивентов, в принципе, у них есть возможность как-то о себе заявить на страну, на международное сообщество. Есть много международных чемпионатов, где участвуют различные команды. Особое развитие киберспорт и именно цифровой автоспорт получил во время пандемии, когда реальные пилоты не могли ездить на реальных трассах, и они ушли все в онлайн. Одна из интересных особенностей симрейсинга – это состав пилотов. Большинство участников далеки от реального автоспорта. Но есть те, кто знаком с ним не понаслышке. И кто выйдет победителем, заранее неизвестно. Кто-то пришел из других киберспортивных дисциплин, например, там Counter-Strike или Dota, пришли в симрейсинг, потому что это интереснее, потому что это еще ближе к спорту. Также сюда пришли те, кто из обычного автоспорта пришли еще и в киберспорт и параллельно участвуют и в реальных гонках, и в виртуальных гонках. Нравится машину настраивать. Вот, к примеру, у меня нет такой возможности в реальных гонках. За меня настраивают машину, я лишь даю, так скажем, отзывы по машине. Здесь я могу делать все то же самое, что делает команда, только сам. Вряд ли сегодня уже можно сказать, что виртуальный автоспорт ничем не хуже настоящего, но технологии день ото дня прогрессируют. Эта дистанция, она на самом деле постоянно сокращается, потому что цифровой автоспорт, цифровые гонки, они сейчас все больше и больше подходят к реальным гонкам. По сути, все, что есть в реальной жизни, есть здесь. Нравится ехать в квалификации, нравится собирать сектора, собирать круги, нравится бороться с быстрым пилотом, их полным-полно. Единственное, что нету такого большого страха и адреналина, как в реальной гонке. Но все остальное здесь очень похоже. Александр знает, о чем говорит, потому что он и выиграл очередной этап чемпионата по симрейсингу. Второе место досталось Даниле Черепенину, а третье – Вячеславу Абуладзе. Финал чемпионата состоится в Казани.